Если вы не понимаете, что только что произошло, то мы будем обсуждать Павла Дурова, Телеграм и свободу слова. Поэтому прожмите лайк, подпишитесь на канал и в комментариях обязательно напишите, что вы думаете, потому что выражать мнение — это важно, какими бы они ни были.

Всеобщей декларации прав человека и гражданина, принятой в этот день в день записи, в 1789 году. И что же, Сергей, протухло, получается, это бумаженца историческая? Сегодня она у нас не применяется. Ну, как сказать, на самом деле, э, эта концепция исторически была сопряжена с одним очень э, забавным изобретением. Например. Э, да, гильотиной. А, ну. То есть, э, права человека мы провозглашаем, но права человека они. Э, пока у человека голова есть. А когда головы нет, ну и прав нет, собственно. То есть никак террору это не мешало, ну и все коренится, опять же, в концепции общей воли Руссо, которую некоторые вообще считают провозвестником фашизма. Ну, к этому мы еще чуть-чуть позже вернемся. Да, мы знаем, что наши ядерные слушатели и зрители прекрасно знают, что их ждет. Дорогие друзья, ну давайте все-таки мы сейчас вот Сергеем для начала просто объявим общую информацию относительно ареста Павла Дурова. Вот. В первую очередь мы должны сказать, что его задержали, значит, с частного джета. Значит, были сообщения о том, что в розыск он попал за несколько минут до того как они э, призем, как приземлился этот борт с ним на борту значит еще находилась некоторая женщина вот которой мы тоже вернемся очень интересная личность эм, ну Почему вы смеете, Сергей? Женщина достаточно всегда, высокого биологического качества. И... Это правда. Да, мне поэтому... просто интересны женщины. Ван кто бы что ни думал. Будто для меня это какая-то, знаешь, экзотика. Ты должен набиться на этом моменте Было обязательно. Ну и, так скажем, взорвался весь Рунет. Вот. И суббота вечер у всех была очень яркая, потому что все, значит, скроллили. Могут ли его обменять? Является он ли гражданином Франции? Он является гражданином Франции. Его задержали как француза. У Дурова есть ряд граждан. сен Китценевис У него есть островного государства государство. У него, насколько я знаю, есть паспорт ОАЭ. Да, который он получил тогда, по-моему, там что-то в июне. Потом как раз... 21 год, по-моему, и в августе 21 он получил французское гражданство. Поль Дуров, вероятно, Дуров, зовут. Да, через ДЮ, потом значит Даров. Дюров, возможно, тоже так. Поль Дюров. Всегда хотел быть, знаешь, типа Серж Я Скоро буду западки. Дуров, да. Изотов. Да, Изотов. У нас же еще был один гражданин Франции известный, который... Uh, был несколько дальновиднее Павла Дурова. И выглядел и... как троцкий КФС, да. Да, и он отказался в свое время от французского гражданства, чтобы его не задерживали постфактум в Европе. Это Эдуард Вениаминович Лимонов. Так как Эдуард Вениаминович Лимонов поддерживал uh, Крым и Донбасс, и вел активную пророссийскую политическую деятельность, но очень боялся, что его, как французского гражданина, могут привлечь по всей строгости французского закона. Угу. Ну, и там а это, получается, квалифицировалось бы, как там поддержка ну, и, да, там, да, и так далее, сепаратизм. и Это могло подобное. квалифицироваться неприятными статьями, и Лимонов отказался от паспорта и впоследствии ездил по Европе уже как российский гражданин. Ну, давай мы, наверное, не будем останавливаться на Павле Дуреве, как э, все-таки личности, которые, там, я не знаю, ходить по обычным, так скажем, вещам, которые написаны в Википедии. Мы должны просто... Просто, наверное, сказать. Человек, который вырос э, в Санкт-Петербурге, э, учился в СПБГУ, на филологическом, кстати, факультете. Э, знаешь, какая деталь точно вот меня заинтересовала. Он, э, значит, он же на филологическом факультете, он изучал, по-моему, значит, английскую литературу mm -hmm. там. А попал он во Францию, понимаешь, у есть разница, как будто какой-то конфликт англосаксов и французов, ну как 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 масонский какой-то символ, я ну, бы этому видел. Я, к сожалению, тоже на стороне французов. Вот. А, не в этом конфликте, в этом конфликте я поддерживаю русского человека Павла Дурова, разумеется. Вот кстати... а, у нас была идея выйти пис... выйти записывать этот подкаст прямо к посольству Франции с самолетиками бумажными и пока записывали бы, мы бы запускали вот а, в окошко французского уважаемого посла Лизабью. Да. да, Но, увы, увы, наше уважаемое руководство э, говорит: денег вам не дадим на это. Бумаги нет. Да, <свят> есть только франки 60-х годов. Нет, даже так, есть только колониальные французские франки, старые еще, э, для Центральной Африки. Будете? И Мы... те не дадим. Вот, да, в конце Мы, был. конечно, эти колониальные франки взяли, но на них не смогли закупить оборудование, поэтому снимаем в привычной студии. Никакого панка, дорогие друзья, никакого панка. Сын. Давайте к дурову, обратно, Иван. Да. А, вы все знаете, что Дуров создатель ВК. Вы все знаете, что человек у нас э, очень принципиальный, э, что он. Э... Не сотрудничает со спецслужбами, по крайней мере, из-за из 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 его декларации, так мы это понимаем. Он э, либертарианец, не ест мясо, но, собственно говоря, больше я уж не знаю, что сказать. Давай разберем структурно. Uh -huh. Первое это за что возникало сразу несколько значит, причин. Так жмут свободу слова, исходя из обвинений, которые были заявлены там терроризм, значит торговля оружием, вообще чуть ли не торговля детьми и так далее. Это очень интересно, потому что естественно это существует на площадке Telegram. Объявление к сопричастности, угу. то есть его напрямую, насколько я понимаю, не обвиняют в том, что. Да и в принципе на текущий момент у нас нету никакого официального документа с обвинениями. Все, что у нас есть, это отдельные заявления. Прокуратура Обещала, обещала выступить а с чем-то сегодня, в день записи, но, к сожалению, пока еще не выступила. Мы не можем вам сказать, что Они это такое. Нет, только, нет. только продлили арест ему. Значит, у нас есть информация о том, что наркобизнес, порнография, в общем, вся запрещенка Телеграм ⁇ Telegram. это площадка для запрещенки в том числе. И получается, что Павел Дуров, как человек, который отказывается сотрудничать со спецслужбами своей родной, в данном случае страны, несколько виноват в том, что он позволяет происходить таким вещам. Это ключевой аргумент формальный, как я понимаю. Сейчас Павел Дуров ждет, вероятно, суда или И... туда. Да. да. А далее посмотрим. Достаточно ли этой причины для того, чтобы судить такого выдающегося человека, скажем так, Иван, выдающегося в смысле мы понимаем медийность? Медийный выхлоп происходящего. Не, ну конечно, нет. Слушай, каждый раз Нудуров выстраивал себе всегда такую, значит, генеральную линию. Он э, такой условный Нео, выглядит он как Нео э, из матрицы, и, соответственно. Yeah, Нео тоже волосы пересаживал. Э, ну. Мы не видели там уже, дальше не снимали уже. Или в «Матрице» сами растут. Их забрали у Морфеуса, вот, все разобрали, среди героев раздали. Мало кто знает, что была третья таблетка, Волосатая. Ну вот он, значит, пародировал Нео, конечно, его появление где-то в СМИ, это всегда должно быть громко, с хорошим сопровождением, медиасопровождением, поэтому, опять же, да, долго-долго его не было потом, раз Такер Карлсон там. Сейчас мы, как бы, опять же, голодаем, вероятно, это будет следующий гость Юрий Юрия Александровича Дудя. Дудь же давно его хотел. Нет, на самом деле, что интересно в Павле Дурове, а может быть, он не дает интервью, потому что ему просто нечего сказать? Ну, кстати, интервью с Карлсоном, оно как раз это примерно и показал. Именно, потому что Павел Дуров, когда к нам Лобушкин приходил, мы у него спрашивали, Дуров Нормис или Мессия. Он ответил Мессия. Он сказал там, потому что, значит, он создал такой продукт. Ну, понятно дело, что потому что Лобушкин сейчас ищет работу, видимо. А, ну, теперь у него появился шанс устроиться в пресс-хату. Я... Простите, мы вас нежно любим. И здесь возникает Возникает история довольно странная, потому что человек, очевидно, быстро достиг высот, и очевидно, он озадачивался некоторой миссией, очевидно, у него была своя система взглядов, но если смотреть за всеми внешними проявлениями Дурова, то это условная норма, условное вот такое мужское биохакинговое, тестостероновозожное, а при этом любящее красивую жизнь, доведенное до предела. И правильно сделал. Ну, хорошо, это у тебя имидж подтверждается еще и делами. Это, это выглядит мощно, согласись. Это если бы Мессия вел канал, я не знаю, про фитнес и штангу тянул, а потом бы приходил бы и обсуждал э, футбольщик со своими друзьями. Что-то такое. Мы, кстати, должны сказать, что до того, как он полетел во Францию из Азербайджана, он виделся с Гусейном Гассаном. Именно, именно. Именно. Ну, то есть тот факт, что и, во-первых, интервью его максимально скучно, а может быть, набор ценностей, которые он отстаивает, его принципиальность, и все эти э, видео, где он с пересаженными волосами, накач, с накачанным телом, да, окунается в, в ледяную воду, и все эти «у меня сто детей», «я такой вот осеменитель, э, интеллектуальный снабдитель нации». Может быть, это все и проявление его нормисовости, Вполне возможно. А что? Ты что ему ну, хочешь ну, лишить этого? Нет, что я ли? не хочу его лишить. Я просто говорю, что интересный мир, где а, норма настолько а, оказывается зыбкой, что человек, которого считает там мессией, гением и чуть ли не богом, он а, пьет с Гусейном Гасановым, а, везет девушку блондинку на частном джете посмотреть Париж, потому что красиво Париж, и нужно же поужинать в Париже обязательно. И? Это все так до, до жути банально. Но эта банальность, возможно, и позволяет Телеграмму быть тем, чем он остается. Диалектика любопытная. Ну, и не случайно, что Павел Дуров остался жить э, в Дубае. И, кстати, про Дубай. Но это же абсолютно вот пробирочно выращенная нормальная жизнь. Это дистиллят нормальности, который утратила уважаемая публика, способная, е, способная обеспечить себе поездку в Дубай э, с 24 февраля. Потому что, э, и вот опять же, страны периферии в этом смысле это такой симулятор и свободы, и нормальности, и вот вещей, которые кажутся чем-то таким, знаешь, вот, э, не знаю, добрым бумерством. Не знаю, для меня, я просто прекрасно ну, понимаю, ну, а какой, какой, какой От... перед ним был выбор. Если он не хочет оставаться в России, если ему нужно ехать куда-то, куда ему поехать? В европейскую страну, где это так будет вот заблокировано? пожалуйста. Нет, работать, а, понимаешь? У -у -у, работать. Разумеется. Европейскую страну нет. В США зачем, что он Мне там кажется, будет среди это... Остальных? Нет, это, ну, он же объяснял, кстати, это Карлсон, мы можем даже поставить, почему он в США не поехал работать. А, чуть позже, а, это кстати, важный тейк, но теперь про Дубай. Uh -huh. а, у вас пустыня шариатскими законами, где из пробирки вы выращиваете себе абсолютно капиталистическую утопию нормы. потерянные нормы 24 февраля 2022 года. Нормы, очевидно, столичного... Обывателя, да, так. Ну, который может себе... Спечную, способ... И там будет. у тебя и рестораны различных московских рестораторов. И все артисты, которые были тебе доступны из разных контекстов постсоветских, приезжают туда, могут там спокойно пить. И Юлию Тимошенко вы случайно увидите и вспомните, что раньше да э, можно было и по телевизору ее наблюдать и она не вызывала такого не знаю эффекта и даже с ней поздороваться какие и она с вами поздоровается потому что она тоже приезжает туда за этим же и эскортница как ни в чем не бывало, сосуд безопасности быть атакованным дронами в москва сити угу. и э, Моргенштерн по-прежнему Моргенштерн, знаешь пока его оттуда не выперли э, но но стерильно но там даже здания стеклянные кругом там искусственные острова и Понимаешь? что из этого? Нет, это подчеркивает хрупкость вот этой вот нормы. Это подчеркивает факт, что. Люди там бесцельно а, слоняются из одного, из одного стеклянного аквариума в другой, а, пытаясь заполнить а, некоторую а, пустоту, возникшую, да, а, просто фиг этой пустоты, но им самим тошно от этого. Это несчастные люди, несчастный мир. Как И Павел этому? Дуров органическое порождение этого мира, потому что вот в ванная вот 100 детей а девушку в Париж сходить, с Гусейном Гасановым встретиться. Вот, понимаешь, с Путиным не встречался Песков говорит: но с кем он встретился? С, с, с Гусейном. <laughs> Человеком, который я. <laughs> Что это? Ну, красный гелик и успешный ну, успех. Ну да. То есть, сам по себе, инфопаразитизм. Вот символ инф... инфопаразитизма <laughs> зачем? Ну и, и я, я не, 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 не не хочу ничего сказать, кроме того, что символический ряд очень сука странный и даже какой-то неловкий. Не знаю, мне кажется, все нормально. Меня волнует здесь. Но вот Джулиан Ассанж встречался с Гусейном Гасановым и поехал катать женщину в Париж. Ну ты подожди, да, Ассанжа потому что Ассанж это другое, понимаешь, Ассанж это все-таки там тот, кто не предоставил там и так далее. Так он тоже не предоставил. Не по файлы. Вот это немножечко другое. Тут же тут же то же самое, вот и он стал заносой в заднице, очевидно Здесь есть два вектора Первый вектор связан с тем, что В Телеграме действительно нет а, Модерации Ну, вернее, она есть, но довольно ограниченная Там можно найти сообщество Полной ненависти Там можно найти сообщество полное насилие. Запрещенки Да, да ну, запрещенки действительно, да. Телеграм это способ Координировать а, действия Различными торговцами Различными нехорошими вещами Это правда но Telegram также стал площадкой для коммуникации. Потому что да, есть два контекста: условно-российский контекст, в котором Телеграм это мессенджер номер один. А я, например, без Телеграма свою жизнь не представляю. Телеграм это приложение, которое заменяет не все. Uh, я его использую для работы, для общения, для развлечений, для чего угодно. Uh, если переписываюсь, я в других мессенджерах, то только с uh, людьми постарше, которые к ним привыкли, потому что неудобные они, неудобные. Там нет этого ощущения бурлящей жизни. Uh, и Telegram действительно это площадка коммуникации с идеями, которыми и, и людьми, которые в российском контексте кажутся несколько, ты знаешь, ну официальным контексте опасными. Это вот площадка, где есть разные действительно мнения, идеи, смыслы. Они могут вступать в, в какое-то взаимопроникновение. У вас Арестович может спорить с российским, вам, да, да. российскими политтехнологами. И э, это круто, это приятно, это, это интересно. В европейском контексте действительно не совсем так. Телеграм популярнее в странах по типу там Индии. Пакистана, Кстати, Ирана. Кстати, Индия сейчас проводит вот последние новости про то, что теперь она проверяет Телеграм, все вот эти вещи. И, естественно, главная претензия то, что у Телеграма нет какого-то офиса в Индии, куда они могли бы обращаться. Но, насколько я помню, Телеграм предоставляет все-таки, как их называют, отчеты о том, значит, как они работают с жалобами и тому подобное. Поэтому вроде бы как бы все нормально, но посмотрим. То есть в этом контексте, в контексте задержания это выглядит так, что сейчас, знаешь... Во всех, значит, странах мира сейчас, значит, Telegram посыпется, и не будет вам никакого телеграмма. Хотя, да, если мы с тобой вспомним, в каких странах, например, его нету. Например, его нету Китай, в Китае. Его, Китай, нет. его нету, и в ну, Эмиратах, по-моему, не работают видеозвонки. Вот. Ну, нужно пробить. Я ну, VPN, да-да-да. Firewall да, да, да. Uh, знаменитый, великий. Великий китайский Firewall, да. да. Uh, в европейском контексте есть. Я общался с различными европейскими представителями, а, и действительно, так сказал, важно да, представителями. Конечно, ну, да. Мы я про и, тех и двух и... собутыльников одного, сбежавшего от мобилизации. Ну, кстати, думаете, где я французский практикую? У них действительно Телеграм не в почете. Вы имеете в виду, что это не наши соотечественники, это иностранцы? Да, они общаются через WhatsApp в основном и директ или там Facebook Messenger, прости господи. В общем, страшно себе представить. Да, все продукты компании Мета, признанной экстремистской. И террористической, и вообще запрещена на территории российской так. Кстати, тоже интересно: сам факт того, что мы это произносим, очень важен в этом споре, но об этом позже. Uh -huh. И Telegram, как площадка, где нет модерации, потому что у вас в продуктах компании мета модерациональная. Модерация действительно, если ты сказал нечто, что модераторами площадки помечается: как язык вражды, намеренное введение в заблуждение и прочее, все. Ваша антидайверсити выдает вам сразу волчий билет. В общем, а да. здесь пространство хаоса, оно пугает, и оно используется и, правда, торговцами наркотиков, и э, изготовителями вредных веществ. Да. До этого, кстати, на самом деле я вот, к сожалению, не нашел, у меня где-то это валялось в что даже большие европейские политики, выступая перед ев Европейской комиссией, э, они, значит, предоставляли документы э, и, соответственно, отчеты полицейские и так далее, что вообще происходит в Телеграме, кто, как часто им пользуются, и как часто им пользуются в преступных целях, на территории Европейского Союза. То есть именно... И там, естественно, была торговля оружием, оборот наркотиков, ну и, собственно говоря, всякие непристойности. Но еще важный элемент. Телеграм стал популярен у определенного сегмента политических э, комментаторов. Угу. Это новые правые, идентитаристы и консерваторы всех мастей, которые самим своим существованием и спектром заявлений, да, э, выгонялись, Вернее, они провоцировали модераторов площадок, чтобы их изгонять и блокировать. Самый яркий пример — это Майло Инополус, известный провокатор, гей-консерватор. Не знаю, некоторые считают его ролл модел Антона Красовского. Uh -huh. Он еще с Кенни Уэстом работал на... Не Антон Красовский, а Майло Инополус. Работал с Кенни Уэстом на избирательной кампании. В общем, такой провокатор действительно консервативных убеждений. Его же заблокировали почти везде. И, соответственно, он находится просто пристанище в Телеграме. Ну Ты да. И Телеграм э, стал способом просто для людей определенных взглядов, каких-то более вульгарных, каких-то менее вульгарных, знаешь, но определенного просто вектора. Новые правые, консерваторы, идентитаристы и вот прочие все эти движения выражать свою позицию, общаться с аудиторией. И, и из этого у меня есть вопрос: uh -huh. а зачем же тогда туда лезут политики? Понимаешь? То есть это просто как бы не класть яйца в одну корзину и просто диверсификация своих медиа-активов. Да. Потому что, да, есть и Владимир Зеленский, и Мануэль Макрон, на которого, кстати, я пожаловался все-таки. Вот, я, значит, пожаловался на его канал и в описании жалобы поставил, значит, Фаридуров. Вот. И, ну, то есть... Это был тоже мой протест, понимаешь? То есть мой уровень. Все, что я могу сделать, так сказать. Я скажем, все жду, когда Петр Павленский... Сожжет. Да, сожжет дворец. Да. И поэтому Телеграм действительно имеет условно маргинальную репутацию на Западе. Но эта маргинальная репутация внушена транснациональными же корпорациями, угу. которые доминируют там. Но что это, интересно. это вы говорите сейчас про смыслы и про такие вот вещи, которые связаны с коммуникацией. Я, а я отвечаю на вопрос. Не так ведь много действительно там представлено а, больших СМИ. То есть мы понимаем, что, да, условно, если мы с вами можем читать Bloomberg, например, американский а, давай в, Telegram. Давай посмотрим. В Bloomberg замечательно, по-моему, работает. Там, значит, сколько подписчиков? Подскажете, Сергей? Bloomberg Лоу есть: 5 тысяч подписчиков почти. Bloomberg я Crypto, 20 тысяч подписчиков. Есть арабский Bloomberg, 17 тысяч подписчиков. Ну, а вы понимаете, да, Bloomberg? что это не, не великие цифры, так сказать. Это я про галочки. А, есть оригинальный Bloomberg: 151 553 подписчика. Невеликие цифры, понимаем, да? То есть, они, это все равно, если представить, сколько людей реально читает Bloomberg, просто открывая сайт. Конечно, их, их ну, в десятки в сотни раз больше. Так для них это просто не стало, знаешь, экосистемой действительности. Mm -hmm. Как у них экосистема действительности а это транснациональные корпорации. По типу вот действительно мета. А у нас Телеграм стал экосистемой реальности. Особенно в условиях, когда отрезают э, альтернативы, причем закономерно отрезают, потому что альтернативы, в свою очередь, банят контент, который считается нехорошим, да? И здесь уже вопрос. И здесь уже контекст. Мы понимаем, что вменяют Павлу Дуру. Ему говорят, так, это неконтролируемая история, а мы не можем допустить неконтролируемой истории здесь. А поэтому, ну, поделись чем-нибудь. Пойди на сотрудничество, да? Хотя Телеграм был заблокирован в России примерно по той же причине: что uh -huh. идите на сотрудничество, а не пойду. А дайте ключи шифрования, господин Дуров. Но там не существует. да-да-да. Там не существует ключей. Я uh -huh. не знаю механизма шифрования, поэтому Телеграм так и хорош. Давайте попробуем его заблокировать. Началась эта эпопея знаменитая. И вопрос, зачем он здесь ключевой. И здесь начинаются уже оправдания. То есть одни говорят, как так можно, вы наступаете на горло последнему островку реальной свободы слова, а другие говорят. Так, нет, подождите. Это вопросы нашей безопасности, да? Да, это вопросы безопасности и вообще вы не понимаете. Западные спецслужбы на страже свободы слова, потому что это правильная свобода слова, потому что э, у нас она благословлена вековыми традициями. А это в Иране там нехорошо, вот в России нехорошо. Вот с этими спецслужбами нельзя идти на контакты, а с нашими можно. И Дуров обязан был пойти. И его вот даже не за свободу слова, это маленькая площадка, маргинальная. Его вот так, за то, что там порнографию распространяли, это же нормально, это же законно. Ну, как бы, чего нет? А, и. И что любопытно, что эти же самые люди, когда, особенно среди российской оппозиции, когда Телеграм блокировали в 2017 году, или в каком его заблокировали, я уже 17, не помню, 18, не, да, не думали, что Телеграм и тогда в России был способом распространения там, дешевых наркотических препаратов, эскорт услуг, буллинга, слива и прочих вещей. Не думали, Все осуждаем, они, кстати, да, не думали они об этом. У -у -у. Они писали заявление о том, что извините меня, пожалуйста. Ну, давайте будем оспаривать в суде. Максим Кац, который сейчас говорит, что это другое, это другое. Что У -у -у. сейчас вы должны понять, что в Европе это значит, защищается, как раз. А давайте включим. Вот, давайте включим. Таким образом, в принципе, более-менее понятно, почему Дурова задержали. Европейским правительством нет никакого дела, где там переписывается русскоязычная комьюнити. А вот до анонимного приложения, где можно купить что угодно от грамма до гаубицы, которая прекрасно подходит хоть для координации организованной преступности, хоть для подготовки терактов, до этого европейским правительством дело еще как есть. Не надо делать вывод, что я как-то оправдываю французскую полицию в данном случае. Я просто реконструирую их логику, чтобы она была понятнее. Они закономерно считают Telegram проблемой. В России государство борется с гражданским обществом, и Telegram убежище для общества. В Европе же государство борется с настоящей преступностью, и Телеграм – такое же убежище для нее. Вряд ли уместно тут заводить дискуссию о свободе слова. Телеграм в Европе не площадка для СМИ. В нем не ведется никакой политической дискуссии. Смотря на мир со своего угла, российские спикеры обязательно будут говорить, дескать, французы ополчились на свободу информации. Но вернемся на шаг назад. У Телеграма в Европе совершенно иная роль. Покажи следующий скрин. Конечно, французы посягают на, значит, на святое. информацию. Это новость 21 мая 2018 года. Спасибо Сергею Хтошо, мы в канале у него это нашли. Оппозиционер Максим Кац, ныне, кстати, признанный иноагентом, подал жалобу в Мосгорсуд, Кроскомнадзор и ФСБ России на блокировку мессенджера Телеграм в России. Об этом говорится в тексте апелляционной жалобы, имеющейся у РБК. Но здесь допускается жесточайшая вот когнитивная ошибка. В Европе государство борется с настоящей преступность преступностью, сюда. а в России это убежище для гражданского общества. С которым борется государство, вот что важно. Проблема в том, что российское государство очень охотно срастилось телеграммом. Мы все прекрасно в нем находимся. Екатерина Мизулина там выкладывает свои вещи, значит, всячески. Дмитрий Медведев — основной автор. Деньги идут на телеграм-каналы. Телеграм-работа — это основное, основная ставка действительно российского государства. А Гражданское общество, там, то, что Максим Кац называет гражданским обществом, Наоборот, никогда в Телеграме не умела работать. Сколько я вспомню заявления навальнистов про то, что Телеграм — это помойка, мы вообще-то не придем, потому что там э, кто угодно может написать нет комментариев. И вообще, засилие кремлевских троллей. Вот нам, нам уютнее в Фейсбуке, нам уютнее где угодно, где вот, вот есть эта оболочка, и где банят не, не соответствующие голоса. Это первый момент, который лежит на поверхности. Второй момент более глубокий. И на самом деле этот второй момент и выражает а, все политическое напряжение проблемы. Угу. А где грань между преступлением и свободой слова? Сергей, для меня это, у этого ответа на этот вопрос нету, и мне кажется, его нет ни у кого. Вот, вот Именно, потому что, например, хейт спич Ну, то есть, смотрите. У вас, например, есть французские террористы, с которыми якобы борется французское государство. Как, якобы. якобы может, да, может быть сказал. и борется. Якобинцы. да. А, давайте посмотрим на статистику. Mm -hmm. Я не думаю, что у них сильно лучше, чем у нас ситуация, или сильно хуже. На статистику. Ну, все-таки нет. У них там серьезная статистика, особенно в преддверии Олимпиады была там, и так далее. Это переживать есть точно за что. И к чему вы ведете, Сергей? Я веду к тому, что на площадках в любых странах в любых контекстах существует способ координации преступных действий, и существует, существует действительно способ координации преступных действий, существует там архив с личной перепиской, архив э, с голыми фото бывших, э, канал котиков, что угодно. А, но при этом же э, существует и политическая дискуссия, и сама возможность сращивания таких вещей и позволяет говорить о проблемности истории. Потому mm -hmm. что это некоторое проявление напряжения между свободой э, слова самовыражения и совести и вредом который может быть нанесен обществу от существования зоны, где такая свобода слова возможна. Угу. А на стыке понятий настоящая преступность и борьба государства с преступностью и э, убежище для гражданского общества находятся люди, которых Максим Кац, возможно, посчитает опасными экстремистами. Да, которые выражают правые взгляды, и у которых просто труд с других платформ, и которые криминализованы в ряде, ну как криминализованы, они либо отменены, либо, либо действительно вот криминализованы прям натурально. Либо волевым решением они закрыты просто без возможности возврата. И мы и такие воз... случаи знаем. Кстати, и возникает да. вопрос, а вот это вот проблема, вот проблема, если кричать пожар в театр, а можно, могу ли я кричать пожар в театре или нет? Конечно, можете. Ну, а кто-то скажет, что нет, потому что я наношу а, опасно вредные деяния, и а, сама возможность существования такого высказывания на стыке. Преступления и гражданского общества, мне кажется, куда более значимой проблемой, чем у них там реально убивают террористов, а в России, да, там гражданское общество борется. Ну, во-первых, это э, инфантильная недооценка что российского контекста, что контекста европейского, а во-вторых, э, это полностью убивает напряжение проблематики свободы слова в мире. Ну, давай к другим тогда причинам, значит. Какие еще, значит, были? И, кстати, про свободу давай послушаем самого Павла Дурова, потому что он неоднократно говорил там свободу. Свобода, свобода, свобода. Пожалуйста. У вас Вы ничего нет? Это... Каких-то больших активов? У, У вас нет больших активов? На, например, остров на Гавайях, нет, и... нет, 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 нет. Никакой нет, земли, никакой нет, недвижимости, ничего. ничего. Почему? Потому что мой главный приоритет в жизни – это моя свобода. Как только ты начнешь скупать вещи, прежде всего это привяжет тебя к физическому местонахождению. Это моя точка зрения, моя личная. Я ничего против не имею тех, кто покупает недвижимость. Это моя личная точка зрения. И вторая причина. Мне нравится оставаться сфокусированным на том, что я делаю в телеграфе Поэтому я знаю, если я куплю дом или, скажем, самолет что-то в этом роде, то я буду вынужден тратить на это время. Да. Ну тут опять же и про эффективность в том числе. Очень и интересная мысли. Вот как вы думаете, Иван, свобода? Это что так? А Особ... давайте сконцентрируемся на Телеграме как средство коммуникации, свобода э, выражения мнения и свобода коммуникации, свобода Телеграмме? речи. Да, в глобально. Она в чем? Это в том, что ты имеешь право высказать значит, свои какие-то тезисы в той форме, которая тебе нравится. Желательно, конечно, никого не оскорблять. А, ну и, естественно, какая-то доля провокации там может быть. А какая доля? Вот это хороший вопрос. Но здесь-то мы, мы же люди, но мы это никак не можем А это неразрешимый вопрос. Конечно, да. Это и... Поэтому здесь, опять же, кто говнюк, тот будет писать ху**. Кто ну, более-менее а воспитанный человек, просто в два абзаца так, что человек просто потом рот А нет. что это такое ху**? вопрос. А, потому что над вопросом... А Безосновательное что говно. Я, Я не знаю, что там может быть. Над вопросом, а какую концентрацию... Безосновательного говна можно считать не угрожающей основам правопорядка разумного. Uh -huh. Задумывались Кант, Джон Стюарт Милл, а, Джон Ролс, Юрген Хабермас. А, нет, это действительно огромнейший вопрос, потому что, а, окей, свобода речи, но что это значит? Это значит, что я могу высказываться совершенно автономно от там воли большинства или государственного а, аппарата, чтобы не быть раздавленным этой тиранией. Угу. И по Канту, например, это просто залог развития. Но Канта считал, что все должно быть обусловлено разумом, и что если истина противоречит поверью, то нужно следовать за истиной. Потому что есть некоторый универсальный разумный проект. Угу. -то тоже считал и Джон Стюарт Миль, в принципе. И, и именно исходя из того, что есть всегда какой-то один большой разум, который куда-то идет, они и принимали попытки да, защищать свободу слова. Джон Сёртмилл, это у него о свободе. Он считается, в принципе, автором либеральной демократии, потому что раньше либерализм и демократия были разделены. Как раз вот хотел вас спросить, да-да-да, who is this? Или Джон Роулс, который говорит, что действительно мы должны позволять высказываться людям, даже е... потому что высказывание, каким бы опасным оно ни было, оно не может угрожать самим основам справедливого строя, который мы там можем себе разумно помыслить. При этом высказывание играет даже позитивную роль, потому что что вот призвать к мятежу это сбросить напряжение, не выйти на мятеж и никто никогда не покажет теоретически достоверную вот гарантию того, что призыв к мятежу прямо конвертируется в мятеж. Это может быть постфактум, да, но сам по себе призыв чисто теоретически ни, ни к чему может и не привести. Ну не знаю, войсы были, мятежи и были, но при этом при этом каждый из уважаемых авторов, включая Канта, особенно когда он говорит не про публичный разум, а про частный разум они признают необходимость некоторых разумных ограничений. Ну, их опять не придумаешь. Но Это... опять же, да. разумных, которые продиктованы разумом. Коллективного не существует разума. Ну, как некотор... В этом случае, я имею в виду, чтобы мы его вот, формализовали. Хороший вопрос. Да. Чьим да. разумом? Коллективным универсальным разумом. Потому что есть... Ну, либерализм, он же сам по себе э, очень рационалистический. Он считает, что у разума есть... Э, определенные законы развития и можно логически вывести, да, если не идеальное, то а, самое удобоваримое общество и этим обществом обязательно оказывается либеральная демократия. Это сделал Джон Роллс теории справедливости. Я уже, по-моему, рассказывал а, про эксперимент у Ниведини, что он провел эксперимент, где говорит, нет, давайте представим, что а, вас помещают в условную камеру, и говорят, выбирайте в каком обществе вы бы хотели жить, какого статуса. А вы не знаете, какой у вас будет статус, может быть бедняком, вы можете быть богачом, вы можете быть, быть уродом, вы можете быть тупым, э, вы можете быть кем угодно. И получается, что люди выбирают общество, которое более или менее соответствует либеральной демократии, где у них есть поддержка низших слоев, определенная защита от некоторых тираний и нападок, возможность там продвигаться наверх. Вот. Ну, меньше издержек, больше справедливости, условно. Да. да, Но да. Это, и это, на самом деле, то, как Кант видел общественный договор. Это мысленный эксперимент, который проворачивается всегда. Он всегда внутри тебя. И даже так видел его гопс если что не считал что общественный договор существует в реальности Все, я вернусь гопса. гопсу потому что это важно хорошо ладно до но. этого было срезано еще пять людей которых вы не услышали но я всячески стараюсь так но это же всегда универсальное нечто это угу. всегда какой-то действительно марш абстракций почему мы решили что человек разумен и диалог возможен я никогда не решил, что человек вообще разумен в целом. Потому что появляется условная история с тем, что люди разных есть такая модель либеральной демократии, которая доминирует. И сейчас большой проект современности, он подразумевает либерально-демократическое устройство примерно везде какую конституцию не почитай, она примерно идентична. Даже авторитарные режимы это республики с точки зрения политологии. Вот. Но. Это форма. И эта форма существует, пока есть условный разум. И в рамках этого разума можно там откидывать людей, которые ему противоречат. Но появляются же части внутрилиберальной демократии, которые не слышат друг друга. И предполагается, что нужно их включать. Например, что, что я имею в виду? А, у вас есть марксист и есть а, житель Алжира убежденный исламист. Как их поженить? Нет, в Европе да, уже можно. Да, уже можно. А -а -а -а. Вопрос в том, что... Я должен да, сказать, что пропаганда ЛГБТ и ТД запрещена на территории Российской Федерации, а международное движение ЛГБТ признано экстремистским. Что у них совершенно разная антология даже языка. Угу. Они верят в разные вещи. Они не могут найти точки пересечения, которые позволили бы им органично сосуществовать, если они не разделяют базовые ценности. Но человек, выросший в исламской политической культуре, а, я убежден, именно политический, культуре не может разделять ценность национального государства. Потому что национальное государство — это не ума. Угу. Саудовская Аравия — это не национальное государство арабов. У арабов много государств, если что. Uh -huh. И потом появляется Хабермас, который как будто дает ответ на эту критику. И Хабермас говорит о том, что «да». Идеальная рациональность невозможно, и в этом смысле либералы проиграли, но возможно попробовать выстроить рациональность из э, самого дискурса, который рождается в соприкосновении двух э, элементов. Так. И в конце концов Хабермас приходит к теории постсекулярного общества, говорит, что постмодернисты э, с идиоты, потому что тяготеют тоталитаризму, и для них все там знания, навыки равнозначны, но их не, нельзя суммировать. И мы должны как-то вернуться к ценностям просвещения, даже если считаем их слабыми. И и даже в постсекулярном обществе он приводит пример постсекулярное общество, где религиозная группа, например, может говорить с группой а, нерелигиозной через некоторые посредники, которые конструируются прямо в общении. И у нас есть мир где ну, условное идеальное государство, где у нас есть такой вот опосредованный механизм переводческий, да, черный ящик для перевода, куда поступает запрос от группы исламистов, от группы там, правых радикалов, от группы гейфрик консерваторов и как-то это все переводится, суммируется и дается аутпут общий. А в целом Идея хорошая, она оптимистичная, и она куда мне ближе и приятнее, чем, чем условная франкфуртская школа или наивная идиотия Джона Роулза. Но не, я, не, я не уверен, что это выполнимо все же. Потому что то, что мы видим, это абсолютное замыкание этих дискурсов. Дискурсы как будто даже больше не стремятся друг с другом коммуницировать и спаиваться. Ну то есть тот факт, что у нас, например, это структурный парадокс либеральной демократии, который вот подчеркивает напряжение между свободой слова и необходимостью защищать свободу слова за счет силового вмешательства. Понимаешь? То есть э -э -э понимаю, что-то понимаю. Что то не понимаю. <свят> <свят> то есть, когда Павел Дуров приходит и говорит, моя ценность — свобода, Павел Дуров говорит в духе э, ну, либертарианских ценностей, а либертарианские ценности — это либеральные ценности, доведенные до некоторого предела. <свят> а, вот там, Блок, например, или мизис. он выражает его в мире, где доминирует идея, что вот а, невозможно просто эти там дискурсы или различные позиции совмещать. И этот мир уже наступил. И вот этот структурный парадокс либеральной демократии через непереводимость различных составляющих который вынуждает либеральные демократии отказываться от там, нейтральных пространств общей коммуникации и переходить к формам буквально вытеснения того, что им не подходит. Он Павла Дурова загрыз. Мы идем к миру, где нужно выбрать условно ценностную какую-то оптику потому что без этой ценностной оптики нейтральных площадок не может быть мы в, в Дубае так, считаются такой нейтральной площадкой стран третьего мира они сами по себе такие нейтральные знаешь где-то вот так эмираты в страну третьего мира загнали Сергей. но, простите. но, но да, почему я все, понимаю почему что, ты все говоришь? едут шкерицы во вьетнам я не поеду в Вьетнам, я не желаю быть убитым там. Я вот О это, да -да -да. <связан> Потому что это вот что-то периферийное. Там вообще не до этих конфликтов. Не до этих конфликтов, там недорого и, и, и хорошая погода, да. И на вас там они внимания не обратят. Там можно практиковать свободу слова в таком смысле, каком видит ее дуров. Но другие части мира испытывают буквально ценностное напряжение. Какие, например? Ну, ну ты про европейский говоришь да, сейчас, а Эмиратах, говорю про европейский, ну, ну, потому Эмиратах что не парят. в Эмиратах не парят, потому что там не парят политический дискурс западный. Угу. Потому что они сидят на нефтяной игле, и как только кто-то покушается на династию э, уважаемую, его, ему говорят «до свидания». Эмиратов э, парят бабки, и потому что они вне этой западной политической культуры. Они потом себе что-нибудь свое выстроят, вы еще там от халифата, да. может быть. <laughs> Вот у меня тогда к тебе вопрос. Вот мы все сейчас там про свободу слова, про свободу слова. Подожди, а может быть бабки причина всего, А понимаешь? В 17-18 году, когда была, значит, эта вся история с комиссией по ценным бумагам США, про том, что «Так -так -так, то, что так-так-так, подождите, кто-то там был к честь, значит, какую-то платформу что-то выдумывает, как-то она называется грамм. значит, господин Дуров, давайте мы с вами давайте поговорим. Грам. Да, Да-да. <laughs> да, почему, почему да, грамм, если это ДРАМ, да, все-таки. Ну, короче, история заключалась же в том, что все-таки достучались до него комиссии по ценным бумагам, ФБР и так далее. И вот, я, конечно, я не представляю, какой нужно было испытать натиск, наверное, со стороны спецслужб, которые все-таки объясняют тебе, ну, свои правила игры. Правильно? Потому что это все-таки будут денежки, которые тоже хочется контролировать. Это как бы, чтобы эти деньги были, по крайней мере, их транзит был всегда прозрачен. Потому что вдруг они перейдут, опять же, в рамках вашей национальной любимой безопасности, вдруг они будут переходить каким-то людям которых э, какие-то страны именуют террористами, а какие-то очень их сильно любят, и так далее. Ну, а, да. Это же, понимаешь, это же может быть вопрос элементарный и денег, потому что если мы с тобой понимаем, что то Или контроль запустим... наркотрафика, потому что там, где есть ГБУха, там ну, нужно контролировать наркотрафик, ну, очевидно. Не, ну, как-то нужно же покупать Toyota Хайлюкс для игиловцев, понимаешь? Вот это моя вечная любимая тема, про то, что Toyota Hilux нигде не выпускают на штампованных дисках. Нигде. Но как только ее заказывают, значит, и как только появляются, значит, какие-то игиловцы, у них она почему-то вот специально в самой дубовой комплектации на самых тупых колесах и так далее. Ну, кто-то же это сделал, кто-то же это заказывал. Всем известно, кто это заказывал. Бумажки можно в интернете посмотреть. И вот, короче, опять же, просто про прозрачность этих денег и доступа, опять же, к информации, которая касается уже материальных веществ, понимаешь? Не то, что, типа, просто кто-то написал, что Байден, значит, такой перфокартный дед, который, значит, опять что-то там сделал неправильно, а на интересуют уже материальные проявления этого всего. Может быть, действительно это все лежит в тех вопросах, и это очень сложно. А у свободы слова нет материальных проявлений? Вот, понимаешь? И здесь-то интересно, что ты, когда доходишь до материальных проявлений, это, это как раз похоже на наших больших друзей с отдельного континента. Ну, я действительно, я их за это уважаю, потому что им в конечном счете, условно, Свобода слова, как просто э, какая-то субстанция э, про выражение собственного мнения э, это не такая важная вещь. Важная вещь, когда в этом еще могут быть замешаны деньги. И отсюда ты можешь, естественно, потом говорить про следы любых стран, Отцы которые Основатели пытаются... с тобой бы поспорили и сказали: Иван, да кто. Да они бы Что это за Вы что переписываетесь, как это работает? А это вот. Я, конечно, понимаю, что они бы со мной поспорили. Я бы тоже с ним поспорил. Вот. некоторым даже бы руку жал просто да. Бенджамин Франклин. Ты федералист написал. Да, да, да. Нормально. Бенджамин Франклин. Ну, вы были 15-й ребенок из 17 Как вы вообще выжили? Ну, оказывается, что свобода слова невозможно. В целом... силу внутренних противоречий. Ты всегда должен выбирать условный стул, как у Дурова. Либо с пейками, либо с хуями. Потому что для поддержания свободы слова нужны некоторые ограничения, и вопрос этих ограничений вот, а что вредит свободе, да? Что вредит самому устройству свободы слова? Если кто-нибудь выскажет что-то настолько возмутительное и дерзкое, что может привести к уничтожению в принципе системы свободы слова, угу. должны ли мы ему это позволить, позволить или нет? Знаменитый парадокс толерантности в обществе, где существует неограниченная толерантность. Толерантность исчезнет, и всегда нужно выбирать э, и отсекать нетерпимых. Но где грань? Вот вокруг вопроса: где грань, весь и спор. Резюмируя, э, у нас появилась идея свободы слова в рамках либеральной концепции. Она базировалась на том, что есть некоторый публичный разум да, Что uh -huh. есть условно, рациональность для всех, которая позволит определить эти границы путем мысленного эксперимента Мы так построили свою жизнь Потом пришли постмодернисты И а, опять, все да, сломали И оказалось, что, во-первых, и внутри западного дискурса могут су существовать э, не стыкующиеся друг с другом вещи uh -huh. вот, бу Буквально разные языки Люди никогда uh -huh. друг, друг друга не поймут и э, в рамках там не западного и не постмодернистского, но там условно постколониального дискурса, если вы кучу мигрантов завозите в э, один общественный договор, грубо говоря, который построен как виртуальное сообщество по одним принципам, да? А, а эти люди воспитывались в других принципах, то как их переучить? И можно ли их переучить? И можно ли их до конца адаптировать? Или они будут вечно частью другого политического сообщества? <связанное> это же неразрешимый до сих пор вопрос. <связанное> э э чисто концептуально. Одни говорят, что да, другие, что нет. А я склонен считать, что нет, судя по тому, что я вижу. И это начинает разъедать общество изнутри. Тогда приходят люди, которые говорят... Окей, okay, нам нужны просто более жестокие нормы, более жестокие истеричные нормы. Причем часто эти люди появляются из постмодернистов же. Знаешь, сперва вы критикуете западную систему за психиатрическое подавление, говорите, Фуко топ, Фуко деконструировал, какая-то поганая власть нас всех превращает там, в марионетки. А потом такие, о, а давайте позитивную дискриминацию введем. Ну, замечательно же. Прекрасно. А Фуко такого никогда не говорил. Фуко <свят> ни за один позитивный проект Мишель Фуко никогда не выступал. Никогда, потому что для него просто органически невозможно выступить за позитивный проект. Это все вот кризис этой либеральной модели, которая основывалась на разуме и в которую пришли элементы без разума и которую тщетно пытается разрешить Хабермас, но хоть пытается, и спасибо ему большое. В этом смысле молодец, он, знаешь, типа слабоумие и отвага. Один только дедушка Юрген на страже идеалов эпохи просвещения. Остальные идеалы эпохи просвещения фашисты. Выродились. И мы приходим к ситуации, где ты должен просто волевым решением определить, а кого ты посылаешь на Ну, грубо говоря, ты посылаешь сегодня на людей, которые а, пишут, что идентичность важна. Ты сегодня посылаешь Эрика Земура там, или кого-то поопаснее, потому что считаешь, что вы должны жить в мире, где Facebook банит за хейт-спич. Вот. вот. Или вы должны жить в мире условно-консервативных традиционных ценностей, или вы должны жить в мире китайской коммунистической партии, или режима ИТО. К сожалению, мы повелись на эту иллюзию и пришли к тому, что... Нет, да ее и не было никогда. Это структурное противоречие нас сжирает. Мы должны внутри различных сообществ стремиться к максимально адекватной органичной дискуссии и использовать для этого их Хабермаса в том числе, разумеется, и все теоретические наработки. Но любое государство и сообщество сейчас будет эту свободу слова модерировать под себя. И Телеграм в этом смысле становится неудобным прям для всех. Да, потому что он как раз не пролег так условно. Ну, опять же, из э, декларативных частей мы это понимаем, что он ни под кого не лег. И вот, кстати, э, давай сошлемся на Дмитрия Анатольевича Медведева, который, значит, сказал о том, что он пытался поговорить с Дуровым. Э, вот. И все-таки ну, не получилось. А рано или поздно, типа, сторону нужно выбирать. Проблема в том, что здесь Дмитрий Анатольевич Медведев говорит то же самое, что и критики Дурова э, из уехавших либеральных оппозиционеров. И они все правы. Да. Это первая ситуация, где они все правы. И даже желание там условного ведущего дождя Дениса Катаева, который так угорел по Франции, так ему понравился Эммануэль Макрон, что он теперь рьяный защитник французской гыбухи. Даже его искреннее желание лизать сапог французского товарища майора вместо русского, оно отражает реальность. Да, вы будете лизать чей-то сапог обязательно. Но это либо будет иранский э, товарищ Ксировец-майор, либо это будет французский комиссар Жильбер, знаешь, да? Совершенно верно. Вспомнил Солимонов, который пришел на французское интервью в «Le Bot Totalitaire». Uh -huh. а -а и шинели э колонель Руж а красного полковника. Ну и теперь у меня, смотри, возникает, значит, такая вот история по поводу все-таки применения на практике, да. А есть еще вот эта вещь, которая меня очень сильно раздражает, это, знаешь, такая мания и угар по анонимности. То есть, э так, Телеграм, там можно оставаться анонимным, там можно, значит, и скрыть свой номер телефона, и вообще и, и там, пересылая сообщение, ты можешь, ну, не можешь определить источник первоначальный, да, который отправляет то или иное сообщение и в общем такая максимальная максимальная конфиденциальность и все вдруг считают что анонимность это такое великое счастье, что ты можешь оставаться анонимным. И мы тоже заложники в этом плане, э, ну, вот таких каких-то представлений о мире. Например, когда э, замедляется YouTube, нам mm -hmm. чем удобен YouTube как хостинг? То, что ты э, на самом деле социальные сети ведешь где угодно, кроме YouTube. В YouTube ты можешь быть, типа, вот как многие наши там подписчики, да, ты можешь быть там, типа, Аладин 003. И вот ты пишешь, значит всем э, в комментарии, а после этого ты живешь свою нормальную жизнь в нормальных соцсетях. Алладин, мы тебя запомнили. Да, да, я, я тебя пойму. И Джин тебе не поможет. <свят> да. И история в том, что э, ты как бы просто вот под этой масочкой существуешь. И когда у тебя есть альтернатива выхода на отечественную площадку, не всегда у тебя вот это получается срастить, потому что ты привык к той модели, что у тебя есть анонимная твоя, значит, какая-то сущность, твой какой-то аватар, под которым, э, значит, ты можешь писать гадости и такое вот альтер-эго свое гладить. Отсюда еще возникает следующий вопрос. Вот это анонимность, а анонимность от кого? Вот ты можешь мне объяснить? Я не хочу в любом случае здесь выступать, как бы, там, знаешь, защитником, там, типа, любой габухи, каких-то там спецслужб и так далее. Но наши, значит, сограждане, которые уехали в итоге в другие страны в связи, там, с политической ситуацией и так далее, они, как бы, я так чувствую эту альтернативу. Смотрите, есть западные площадки, на них мы публично высказываемся, а тот, кто там, значит, пишет гадости, мы должны их вскрывать, ну, соответственно, либо банить, либо к ним применять какие-то санкции, рестрикции и тому подобное. Но на них не может публично высказываться представитель другого взгляда. Вот. А теперь еще есть такой момент. То есть вы предлагаете писать все на западных площадках, которые просто читает другая габуха. Да. В таком случае, может, мы должны им сказать спасибо. Но это спасибо. правильная габуха, ты Тинькова читал? Да, вот мы сейчас чуть вернемся позже. Смотри, есть еще и такая история. То есть мы, получается, отдаем анонимность вот эту, мнительную, под аутсорс других спецслужб других стран. В таком случае мы даже могли бы сказать им спасибо, если бы все действительно работало клево. То есть у тебя есть иностранные какие-то огромные IT-гиганты, которые держат про тебя, про меня, про, значит, про всех вокруг э, какое-то био, и на каждого есть карточка. И mm -hmm. в таком случае, если возникает какое-то экстра положение, то э, спецслужбы нашего с тобой, нашей с тобой страны, обращаются в эти предприятие и говорят, пожалуйста, предоставьте, значит, нам информацию о тех или иных людях в связи с вот таким вот прецедентом. Э Google предоставит или нет? Я а, ну, кажется, уже нет. Вот уже нет. А то вопрос, то есть, а вопрос вот хотя с другой нет. стороны, YouTube удалял недавно ролики по запросу РКН. Вот видишь, что может связка быть, а может и не быть. Отсюда возникает следующий вопрос: ребята, большое вам спасибо, вы сделали огромную работу за все спецслужбы, то есть вы как бы вынесли, значит, этот массив данных туда и теперь, значит, ну лезать сапог другого государства. С другой стороны, вот что меня раздражает: сама мания, анонимность а что вы. Такого делайте, сука, что вам это обязательно нужно скрывать. Что? Жене изменяете. Это что, это, это вопрос спецслужб? Это, это же каждому хочется почувствовать себя важным, знаешь. Ну, переписывайтесь с любовницами по почте, по нормальной, то есть, ну, там, я не знаю, какими-то э, системами, там, знаков, отличий и так далее. Нет, каждому хочется почувствовать, что его конкретная жизнь наполнена чем-то таким, что нужно не допускать, э, да, в лапы этой машины поганой. У меня, у меня нет других слов просто, потому что так или иначе ты одному или другому IT-гиганту отдаешь себя, понимаешь? В конце концов, контекстная реклама э, на, значит, футбольный мячик, э, набор инструментов и рыбацкое кресло Тебе будет пред, предлагать один из этих IT-гигантов Проблема в том, что анонимности больше не будет Мы Конечно. все шагаем семимильными шагами к огромному паноптикону Идеальной тюрьме, которую в свое время выдумал ремия Бентом А теперь она воплощается Это может быть одна глобальная тюрьма, внутри которой много маленьких тюрьм Тю тюрем. А, может быть, просто много маленьких тюрем по периметру. Идеальных таких а, национальное государство, имею я в виду. Но анонимности больше не существует. Никакого Карлоса Кастанеда со стиранием своей личной истории, а, никакой возможности задауншифтиться и потеряться. Никакого а, киберреволюционного угара, как в мистер Роботе. Этого нет. Все. Пожалуйста, вас больше не существует как субъекта, вы прозрачно, вы просвечиваетесь. Либо вас фоткает в дрон, либо камера наружного наблюдения. И, и даже если вы хотите быть идеально неуязвимым, мобильным и невидимым, то вас, как Павла Дурова, арестуют в любому аэропорту, или посадят как Портасевича. Потому что физическое, и это тоже нам показывает, кстати, кейс с Дуровым, все еще влияет на этот мир где казалось, что идеальная мобильность и проницаемость границ уже достигнута. Нет. Ничего нет. Есть только суверенитет и тюрьма. Тюрьма и суверенитет. И иногда красивая женщина рядом. Ну, давайте, кстати, может быть, обратимся как раз к этой женщине. Давайте. Сергей, вы же видели вот эти замечательные видео, да, вот как она, значит, ездит. Почему-то она постоянно хочет показать ноги конечно, для меня это удивительно. Ну, вот это из Азербайджана. Давайте вот откроем ее личку. Вот, пожалуйста, значит, э, Жули. Э, так, ж, Жули уже получается как... Э, как э, mm. уже на французский манер практически. Ну, собственно говоря, значит, девушка как девушка, окей. Давайте 2 августа 2000 года, Сергей, 24 года, между прочим. Младше меня на 2, ну, Да, давайте завидую. ей все-таки напишем. Значит, была она в сети 24.08.2024. Кстати, День независимости Украины. Многие украинцы комментаторы же возненавидели Телеграм считают, что Эммануэль Макрон сделал им подарок. Такой. От Вот, извините. Самый батердый выпуск. Так, ну давайте приступим, значит, что мы напишем, Сергей. Дорогая Юля, мы знаем о вашей непростой ситуации. А потому хотим заявить. А потому хотим заявить. Что приложим все информационные усилия для скорейшего освобождения вас и вашего визави. Крепитесь. С нами Бог, Карл Шмидт и Юрген Хабермас. Возможно, Егор Крит, но это не точно. И Юрген Хабермас. Целуем во все разрешенные места. Разрешенные в Европе места. Давайте, хорошо, в Европе места. Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Отправлено. А, ну, будем, значит, все-таки надеяться, что в скором времени действительно всех освободят. И Юля ответит мне, потому что э, Ну, я, к сожалению, жена. А, вот, кстати, заявление Макрона вышло по ситуации. Так, Давайте открываю, я... да, пожалуйста. Я читаю ложную фальшивую информацию, которая имеет отношение к аресту Павла Дурова. А Франция больше всего на свете привержена свободе выражения и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства. Так и останется. Да будет так, в общем, да. Хорошо. Подписчики, кстати, возвращаясь к Карлу, Карлу Шмидту, Шмидту да, да. спрашивали, а что он мог бы сказать по ситуации? На этот вопрос тоже есть ответ. Карл, Карл Шмидт, Шмидт и... жестко об аресте Дурова. Короче, по-пацански объясняю, потому что, скажете, задушнил опять рыжий. Есть идеальное государство, в нем все должно контролиться. Если, это еще написал Томас Гоббс, Томас Гоббс вообще был гений и все предсказал, но Томас Гоббс решил, что чел, житель государства, может сам рассуждать о том, что такое чудо, а что такое нет. Из этого растут э, то, что они могут объединяться в группы, которые считают, что чудо — это определенная штука. Возникает борьба э, внутри государства типа партии, и объединений этих таких граждан, которые чудо считают разным. Mm -hmm. э, в, и либерализм, э, вот либеральный подход к этому чуду, он способствует такой всеобщей грызне. И этот плюрализм косвенных инстанций рано или поздно разъедает государство. Вот Телеграм — это проявление борьбы переродившегося шмиттианского государства, наверное, с таким плюрализмом косвенных инстанций. Но есть есть еще одна концепция, которая завязана на Шмидте, которая подводит нас к тому, что э, лизать э, сапоги ГБшника это э, нормальная история, в том числе в, либера в либеральных демократиях. А, ну, как нормально неизбежно Почему? Потому что в любой конституции любой страны существует норма об одном очень интересном явлении. Чрезвычайное состояние или чрезвычайное положение. Человек, который разрабатывал онтологию этого чрезвычайного состояния и его концепция, это, во-первых, Карл Шмидт, а, а во-вторых, Джорджа Агамбен, который сделал акцент на, это, на, это, на этом участке теории Карла Шмидта. И Джордж Агамбен пишет, что а, это чрезвычайное состояние обнуляет весь либеральный демократический фасад. То есть по сути у нас остается, что у нас остается возможность действовать какими угодными методами без а, правового контроля. И получается да, чрезвычайно ситуации Так. И и... кто реальная власть, кто суверен, тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении. Называется децизионизм. И получается, что в основе любого, даже самого демократического, даже самого беззубого, самого благообразного, вот как Макрон писал: да, Франция всегда будет верна духу предпринимательства, а, сын мой, в основе даже таких режимов лежит, понятно, с детских лет каждому европейцу. Модель организационная. Модель концентрационного лагеря. лагеря. Не могли мы обойти, да, все-таки стороной. Адольфа Алаизович, вот Поэтому, поэтому м -м. правильные ГБшники, неправильные ГБшники, выбирай свою лояльность: а любой режим, если нужно, будет в чрезвычайном состоянии до тебя дотянется где угодно, в любой точке мира. Мы э, пришли от идеи универсального разума к идее такой фрагментированной э, голой силы. Ну что ж, Сергей, тогда, может быть, почитаем, просто как же отреагировали наши, значит, дорогие друзья. Да, это самое интересное, кстати. Это вот это очень показательно, потому что это обнуляет вообще все. Все аргументы, все рассуждения. Ты просто выбираешь форму лояльности. Ты просто, опять же, по Шмидту различаешь друга и врага. Мне этот понятнее и приятнее. Нет, мне приятнее и понятнее другой. Так, что он написал, значит, Христо Грозев? Так. Его несотрудничество с ФСБ в пользу свободы слова, к сожалению, полностью нейтрализуется его несотрудничеством ни с кем, чтобы остановить использование ТГ для всего ужасного. Это был его выбор. Можно было делать одно с не делать другое. Вот э, Анна Ведута, значит, бывший пресс-секретарь Навального, значит, это запостила, написал два плюсика. Потом, кстати, снесла. Этот пост. Ну, потому что их начинают хейтить, их же аудитории. Они же, Дима, демон... ну, Христа Грозит это понятно, он там не претендует на политические лавры. Uh -huh. Но российская аудитория цементировалась вокруг Павла Дурова. А у этих, ну, еще раз, понятный тезис. Мне та бух я считаю, справедливой и честной. Я люблю ту буху, Российскую гбуху я не люблю. Они вот просто их не люблю. А не то, люблю. Я, а то. А, а стой нужно сотрудничать. Разумеется. Члены Европейского парламента, премьер-министр Бельгии с 99 по 2008 значит, написал следующее: Телеграм находится в центре глобальной киберпреступности. Свобода слова, не без ответственности. Прекрасно звучит. Прикрываясь ответственностью, можно сжимать это очко до, до бескрайних пределов. ан Аплибаум, журналист полицейская премии, значит, у нее есть за книгу ГУЛАГ. История писал: значит, следующее. Пояснительная ветка, основатель Telegram обвиняется в содействии торговли детьми, наркоторговлей и вербовке террористов. Если бы он управлял банком, закрывающим глаза на отмывание денег или организацией, которая способствовала торговле детьми, он также был бы привлечен к ответственности. Я не вижу, почему здесь что-то другое. Что еще интересно? В США существует норма юридическая, которая избавляет владельца платформы от ответственности за контент, который содержится на этой платформе. За уголовный, например, за призывы к экстремизму и распространению... В общем, опыта, если, если комментатор съел. написал ты не несешь за это ответственность. Да. Знаешь, кто пытался эту норму изменить и когда? Расскажите. Дональд себе. Трамп. Угу. Когда его блокировали отовсюду, и там была огромная юридическая история с тем, что он хотел по президентским указом вести ответственность да, владельцев платформы за все, что там написано, криминализовать это, просто чтобы отомстить за свое изгнание из бана. И верещали примерно все, более того, модерация Фейсбука же, она может быть хороша в Америке, но плоха в условном Пакистане, где можно распространять всякие экстремистские призывы или жестокий контент. Или она не работает в отношении определенных категорий населения. То есть украинцы более или менее там себя спокойно чувствуют в оскорблении русско русских. Ну, и призывом, да, к уничтожению. Часто это тоже банят, конечно же, но. Но, блин, тут есть перекос. А с другой объемы. стороны, а с другой стороны, любая крупная э, корпорация по типу Facebook и прочего сотрудничает с ГБУХой. Что очевидно? Потому что, потому что если у вас есть, знаешь, это уже, это вопрос суверенитета буквально, если у вас есть, э, условно, хостинг, который смотрят все, да. и где-то там рубильник находится, вопрос, а это логично, нормально или ненормально? Может быть, как-то нужно это приземлить, там приземляют, там можно вызвать Марка Цукерберга в Конгресс и сказать, мудак. Сейчас ты с ЦРУ будешь сотрудничать. Там а, от, и, можно Илона Маска отправить в Израиль сказать, ну что-то ты попутал, мужик. К этому, кстати, сейчас вернемся, значит. Reuters, со ссылкой на полицию пишет, что Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер и финансовых преступлений в Телеграм. Интересно. Боже, как. Значит, что пишет телеграм-канал «Как жить и кто убил Кеннеди»? А это его ведет журналистка Карина Орлова, которая раньше была корреспондентом их Москвы, насколько я помню, в США. Ребята, ну вы вот серьезно требуете свободу Дурова, человеку, который не сдает наркоманов и педофилов западным властям, но сдает владельцев русских ТГ-каналов в путинской габне. После того, как американские власти запретили Дурову выпускать тон, у западных стран, кажется, не осталось сомнений в том, что Дуров сотрудничает с Кремлем. И про интересную продажу ВКонтакте как будто все забыли. Рыбы, что ли? Это такой новый Ассанж. Почему ты пишешь это в телеграме? У меня к тебе вопрос. Ну и конечно же, господин Тиньков, с такой замечательной, кстати, фотографии, давайте посмотрим ее, понаблюдаем. Это, знаешь, можно писать с этого картины, вообще с этого изображения, потому что да, на мосту так аккуратненько, значит, смотреть в таком замечательном прикиде. Давайте вот прям крупно открою. У нас в цивилизованном мире телеграм имеет флер чего-то мутного и даркнета. Туда в первую очередь идут преступники и потом уже пользователи. Я понимаю, что у вас в России это мейнстримный мессенджер. У вас в России. У вас в России, да. Но не тут. Я им никогда не пользовался, но говорят, хороший продукт. Но если власти стран считают, что через этот мессенджер э, вербуются агенты для совершения преступлений не на территории ЕС, продают наркотики и прочее, Дуров обязан сотрудничать с властями этих стран. Его. У вас, я уже не вижу. у вас вербуются в тюрьмах, у вас вербуются, может быть, потому, что какие-то агентства левых взглядов провозят нелегально иммигрантов в лодках, которые просто нельзя не пустить, потому что потом раздувается целый скандал в прессе. Как же так? Вы что, заморите их голодом? И несчастное правительство, а, и несчастное вот это агентство Frontex или как оно называется -то. Ну да, нужно, наверное, пустить, мы же из гуманистических целей. А потом они вырастают целые кварталы, где распространяется радикальная идеология, которая приводит к тому, что а, потом поножовщный теракт и э, поджоги э, церквей, или там на грузовике в толпу въехали. А может быть, с этим тоже проблемы какие-то есть? Ну, давайте еще Майкла Наки, значит, почитаем признанного иноагентом. Вообще, пора уже всем понять, что выбор сделать придется. Вы либо за тиранию и геноцид, то бишь за РФ, либо против. Если вам кажется, что есть какая-то нейтральная позиция, то вы инфантильный идиот. Нет, ну, в целом нейтральной позиции действительно нет. Уже давно нету, но интересно, что об этом написал, наконец-то, Майкл Наки. Ну, просто солидаризоваться, извините меня, с... Э, с европейскими странами Христа Грозевым, Кар Кариной Орловой, Олегом Тиньковым э и кем угодно, ну. А вот, например, бизнесмен и ведущий венчурный инвестор Кремниевой долины Дэвид Сакс написал об аресте Дурова. Использование союзных стран для обхода защиты первой поправки это новое исполнение. Другими словами, по его мнению, за арестом Дурова стоят Соединенные Штаты. И смотри, значит, в чем была история. Mm -hmm. э -э как раз он показывал, это у нас 24-е апреля 2024 года. Посмотрите, тогда, значит, э, ну, про ТикТок, и дальше, соответственно, по списку должен быть Телеграм, потом Икс, и потом, э, значит, Рамбл. Рамбл... Rumble... Видеоплатформа консервативная, которая, кстати, была забанена во Франции, ушла оттуда. Вот, пожалуйста, что Крис Павловский, это руководитель как раз Рамбл, уже покинул Европу. Вот. И это вот он написал у себя, значит, в ИКС после ареста Павла Дурова и угроз Франции. Вот такая картина у нас нарисовывается. И, и знаешь, здесь э, остается только порадоваться неизбежностью цифрового гулага, сказать добрый день. Вы обнаружили себя в мире, где э, каждая страна или каждая группа стран должна будет зафиксировать определенный набор ценностей волевым решением банить mm -hmm. все, что ему не соответствует, сохранять контроль над ключевыми инфраструктурными ресурсами, потому что это ненормально, если у вас транснациональные корпорации а, такие важнейшие объекты инфраструктуры контролируют. Это вот, Но ну, чтобы вы понимали... Миллиард пользователей. Да, 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 давайте да. мы представим себе, что у нас вдруг появляется чел, который придумывает уникальный поезд и, и уникальные рельсы. А ситуация в экономике такая, что можно спокойно эти рельсы прокладывать и, пости... и поезда по ним пускать, и получать деньги Самому и спокойно он, вот этот уважаемый бизнесмен, выстраивает альтернативную сеть железных дорог, которой пользуются все. По сути, он выступает держателем ключевой инфраструктуры государства. Может ли государство позволить ему? Сделать все, что он хочет. Нет, нет? конечно. Сначала договариваться, но ну, если не договариваться, это уже от а если, если не договаривается, то вступает логика старый добрый суверенитет. И извините меня, пожалуйста. На репрессивный, да, уже аппарат должен подключиться. И, и вообще все вся эта ситуация про несовместимость некоторых утопических вещей, которые казались нам самыми очевидными с голой логикой реальности, где собственность отберут, если нужно, спецслужбист к тебе придет, чрезвычайное состояние всегда покажет свои коготочки из-под фасада либеральной демократии, а идеальная тюрьма будет, будет выстроена в том или ином виде, и у нас будет несколько идеальных тюрем. И никуда мы с вами от этого не уйдем. А возможно, скоро самым свободным и самым распространенным способом коммуникации станет веб-сайт. И будем мы, как в 90-е годы, да, обращаться к Red ретро-форму ну, ретро чтобы бежать просто потому что куча будет отдельных сайтов с разными информациями вот потому что эпоха больших площадок схлопнется. я вот сейчас представил сергей нам как настоящим панкам в объективной гонке за журналистике нужно создать сайт типа знаешь народ.ру, вот что-нибудь такое то есть вот чтобы знаешь уже гиперсылки уже фиолетовым подсвечивались после того как ты на них переходил ну что такое в старом формате графическом вообще лицемерные пип Пожалуйста. Верните блядь, Дурова. Ощу ощущение вот от всей этой истории, как же меня вымораживают. Все эти мудаки в Дубае, которые хотят жить стерильной жизнью, как будто ничего не случилось. Все эти мудаки, которые корчили из себя борцов за а, святое, доброе и вечное, которые говорят сейчас, что это у нас правильные силовики, а в других местах они неправильные. Все эти мудаки, которые ты блядь, на такого смотришь, я тебе говорю, все, пожалуйста, верните, пожалуйста, русского Павла Дурова сюда. Да не вернут, он, он, он гражданин Франции, почему? Это может быть Политическое решение, кстати, если его uh -huh. вернут. А может быть, вообще. Э, да, хороший вопрос. Что с ним будет, и будет с телеграммом. С телеграммом, судя по всему, все будет нормально. Скоро мы будем слать Паше реальные телеграммы. Да, uh -huh. уже с передачками, то есть. Да. 30 кило соли в СИЗО, все нормально. Виртуальный. Виртуальный. че он там, мясо не ест? Ну, как бы придется, ладно. Да, колбасу какую-то, там еще что-то. В общем, в любом случае, вот я лично, Сергей, вы тоже сейчас вот говорите, что же такое, что же такое. Вот вы говорите, Сергей, сейчас кучу недовольства, а я все равно я поддерживаю Пашу Дуру и считаю, что, конечно, нужно его достать и достать его в правильную страну, где его Ну и люди здесь, которые, исходя из соображений, там просто личной выгоды, там, и заинтересованности пишут, что вот какое-то удачество. Короче, Телеграм-то в любом случае будет работать, потому что за ядро отвечают другие люди. А Мы тут, должны тут с вами очень, это понимать. Нет, тут очень важно, смотри. Давайте будущее Павла Дурова. Давай. Какие сценарии у нас могут быть? У нас может быть сценарий... Его отпускают. Его отпускают. такой тоже может быть. Или его там на время следствия отпускают, и он себе живет в Париже. И здесь включается конспирология, что а может быть, он так договорился с французскими властями, чтобы специально его задержали, чтобы США не тянули к нему свои лапы, да, и не хотели бы его уничтожить как своего врага. Он же у Карлсона говорил про США. Угу. И здесь оказывается, что он начинает строить публичную образ, критикует США, потом его Франция задерживает, и Франция его судит, а если вдруг Франция его оправдает, то это вообще, потому что на весь мир тогда Телеграм не, не полжив и не виновен. И, может быть, все это одна большая махинация, конспирология. И Ренессанс Франции. Так, mm -hmm. знаешь, mm -hmm. Свободный. Mm -hmm. это, не, это будет веком, я считаю. Может быть, здесь нет конспирологии. Может быть, его отпустят. На тех или иных условиях. На каких условиях, что отдать он может, я не совсем понимаю, если он утверждает, что не существует ключей шифрования, что они все блок блокчейновые. То вопрос, что, чем, чем он может пожертвовать, и как далеко он может зайти в отстаивание принципов, публично или не публично, mm -hmm. тоже вопрос. Есть вариант, что его отпустят да, в более или менее отдаленной перспективе. Хоть завтра, хоть через там, месяц или 20 лет. Вдруг он отсидит все. Есть вариант, да, вот где он все отсиживает. Или часть отсиживает. То 20 и... лет, ну какой он? Ну, нельзя молодой так. еще выйдет. Не, ну Нет, нельзя так. Да, там Сейчас какой нибудь тоже, знаешь, посольство Эквадора, там, значит, с кошкой его примет, там, и так далее. Вариант обмена я верю меньше всего, на самом Да нет, меньше, конечно. Что, ну, в любом случае, будем наблюдать. Это занятная история. Надеюсь, процесс будет открытым. И, возможно, Павел Дуров впервые сконструирует свою публичную позицию и заявит о себе как о политическом лице содержательном. Потому что все, что он делал до этого, было довольно скучно и очевидно. Я, Павел Дуров, сын... Да, соли земли русской там, и так далее. <laughs> как, как выйдет и какую-нибудь mm -hmm. Гуэду раскинет. Это я, конечно, да, в любом случае шучу. Что кстати, как телеграм. мы много, да, как мы много, кстати, сказали о Павле Дурове и Телеграме без вообще их упоминания, по сути. Да? <laughs> это за это нас и любят. Что, кстати, здесь интересно, вы же, по сути, обязаны той свободе, которая есть в Телеграме, лично Павлу Дурову. То есть вы все-таки находитесь во власти Павла Дурова. Это тоже еще одно противоречие, кому должна принадлежать площадка полной свободы. Потому что, по сути, решение Павла Дурова как монопольной власти Телеграме может уничтожить ваш аккаунт ну или да, ваш он, канал. Он наполнен как раз, да, полномочиями от нас, потому что мы понимаем, uh -huh. да, это это, персональное скажешь, лицо. такое, Знаешь, это вот э, негативная свобода, которую мы типа хвалим, но она обеспечивается только одним человеком и его единомышленником. Суверен, суверен. В, теперь... Именно, да, именно. Да. Павел Дуров — это суверен. И как, когда говорят, что интернет, он похож на государство, да. э, на погопсу, это же реально так. Мы всегда в чьей-то власти. Всегда. И даже Павел Дуров в чьей-то власти. Вопрос просто в каких мы с ней отношениях? Пятая баклажанная республика сейчас. Будет. Не, а единомышленники. Так. Ну, типа есть план какой-то. Но мы понимаем во что верят единомышленники. Хрущев был единомышленником Сталина? А, Сергей, вы что, считаете, что сейчас э, см кто-то сможет э отодвинуть Дурова с первого плана и занять его место? Да ну, камон. Нет, с первого плана нет, ну а кто будет принимать решение о чрезвычайном состоянии, если ну, Дуров хорошо. не сможет? Б ну, опять же, он и в интервью у Такера говорил о собственном своем брате и так далее, что у них хороший дуэт. А в каком смысле брат э полномочен? Да, уполномочен, ну, видимо, какой-то все Малинков равно... Маленков считал, Сергей... что Хрущев его подвинет Сергей, или нет? У Телеграма крайне маленький... Э Политбюро э в Политбюро <laughs> тоже было маленьким, <laughs> понимаешь? Оно тоже было маленьким. И что? И где Берия? Да, действительно. Обосрался, а потом его расстреляли. Но это если верить Жукову. Да. Я не думаю, что так все было на самом деле. Он, его расстреляли, потом он обосрался. <laughs> <Да, смех> <да, да, смех> <да. смех> Жуков, Жуков отдельно просто писал, что как он обмочился, и Жуков прям смаковал. Угу. Ну, некрасиво, некрасиво. Не, я к тому, что мы не понимаем, на какие уступки может пойти это руководство в будущем. Угу. Я, уверен, что чисто с точки зрения привлечения к продукту внимания, а, им невыгодно сейчас идти на уступки и продукт адаптировать под а, там, нужды этой коллективной западной... А... Шо, А тебе хотел сказать, я... Нет, ну я уверен, что сейчас они должны играть роли непрогибаемых борцов за свободу, потому что это будет бизнесу даже выгодно. Это будет привлекать новых подписчиков, они будут, будет строиться орел доверия вокруг продукта и э, Дуров в этом смысле хороший маркетинговый символ, разумеется, это так, поэтому чисто рационально они не должны на это идти, что какие решения они будут принимать после, мы не знаем, мы не знаем этих людей. Хорошо, если они разделяют взгляды Павла Дурова, возможно, все останется таким же. Плохо, если в какой-то момент, э, даже если они эти взгляды разделяли, угу. они перестанут их разделять. Как ты думаешь? А, ну, опять же, это чисто субъективная гонзая часть. Готов ли он, как раз, вот этой форме миссии, прям вот это, сжать вот эту линию до конца. У него впервые появилась реальная возможность возможность э -э, как раз вот так себя жать, да? так проявить. Угу. Да. Но ну, вот я тоже почему-то у меня есть вот ощущение, что он может на это пойти, потому что да, блин, горит царай, гори, хата, Какая разница мне вообще похуй. Все думали, что встречался с Владимиром Путиным, в итоге встречался с, с Гусейном Гасановым. Ну. Да то теперь можно стать Джулианом Ассанжем. Но такие пироги. Еще интересно, из последствий ну, очевидные последствия с тем, что тон будет падать, и вся эта идея, на каком-то этапе. А с другой стороны, деньги. Мы же не понимаем, кто распоряжается деньгами, где они центрируются, да, и в какой степени личный кошелек Павла Дурова телеграм обеспечивал. И сможет ли он им пользоваться? Вот это меня тоже волнует. Я знаю, Сергей. Я бы тоже, конечно, до чужих денег, как известно, вообще с удовольствием в ручки пускать это вообще без проблем. Если это критически важная для государства инфраструктура. Исключительно в, в национальных интересах государства. В общем, друзья, маски сорваны. Как мало было сказано о, конкретно о Телеграме и конкретно о Павле Дурове, что так вот раскрыть эту тему. Ну... Маски сорваны, свободы слова не существует, нас ждет фрагментированный цифровой гулаг. А Павлу Дурову, конечно же, свободу, потому что кровавая французская жандармерия должна пасть да. И опять мы сожжем Бастилию, и опять Маркиз де Сад напи напишет «120 дней Содома» дорогие друзья. Свободу Павлу Дурову. Мы прощаемся на этой замечательной ноте. Оставьте комментарии о том, как вы видите дальнейшее развитие этих событий. Напишите Фрид Дуров или что вы думаете о коммуникативной рациональности Юргена Хабермаса. Короче, да, давайте в комментариях пообщаемся друг с другом, потому что я очень люблю общаться с нашими подписчиками. Ну, а мы идем запускать самолетики к французскому посольству. С вами были Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Салют! До свидания!